эти совершенно разные женщины, Аннушка Делон и Сара Дьязини, дочери Алена Делона и Роны Шнайдер, в отличие от их родителей, которые были так близки все это время, а это свыше 30 лет, что прошло с их рождения, так и ни разу не встретились друг с другом. Подпишитесь на наш канал, ибо впервые в русском интернете и только на нашем канале мы расскажем вам о том, как же состоялась их самая первая и единственная встреча в их жизни.